А вот с этой песней, наверное, последние лет 10 Виктор Семенович начинал все свои концерты, особенно в «Ездить в Бухаревку». На стихи была такой жалоба. Божественной субботы хлебнули мы голодок, от дома и работы укрылись на замок. Не суетная дама, не улиц мельтешня, нас не коснутся взяма без середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз. На этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Уже готовит старость свой непременный суд. А много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных слов. Первый мой друг